выгодное предложение только сегодняшнего дня. Это уникальный индийский чаванпраш, который дарит нам здоровье, долголетие, повышает иммунитет. И сегодня он по самой выгодной цене. Вы получаете сразу две штуки за 1199 рублей. Здесь целый килограмм. И все это аюрведические рецепты, которые прошли тысячелетия, проверенные уже годами мудрецами, которые варили этот чаванпраш, и варили, и сами кушали, и кормили своих детишек. И именно в Индии, где всегда жара, где всегда жаркое солнышко, потрясающее крепкое здоровье на долгие годы вместе с чаванпрашем. Ну а представляет сегодня чаванпраш посол из Индии, который приехал к нам из Бомбея. Это Вики Белбасе, который сам всегда принимает чаванпраш и всегда сам еще и здоровый. Вики, здравствуйте еще раз. Давайте поздороваемся с Вики. Здравствуйте. Я очень хотел с тобой представить вам чаванпраш, который сделан с 56 натуральными ингредиентами, и чтобы вы не заболели, и всегда это вам помогает. И очень прошу, чтобы вы все пользовались этими. Как раз у нас дома все пользуются этими чаванпрашами, и дома как раз мы сами сделаем это с натуральными ингредиентами и предлагаем вам. Ну а почему он так знаменит на весь мир? Чаванпраш — это действительно мировой продукт, который в каждой стране пытаются достать. Чаванпраш, Беденат, Natural Ingredients. Препарат Чаванпраш считается одним из самых известных аюрведических средств своего рода, символ методики. Испокон веков изготавливали по нескольким исходным рецептурам. Мы объединили в одно и исключительно натуральные ингредиенты и природные минералы. Более 4000 лет жители Индии использовали чаванпраш для поднятия общего иммунитета, ослабленного болезнями организма, для профилактики инфекционных недугов, для оздоровления. Спектр показаний очень велик, и 100% индийский чаванпраш – самый популярный аюрведический продукт, который оказывает общеукрепляющее, иммуностимулирующее, омолаживающее действие на весь организм изнутри. Вы защитили себя от развития хронических заболеваний, профилактировали появление воспалительных процессов и почувствовали, что жить стало гораздо легче. Полностью натуральный состав. Из 56 аюрведических растительных компонентов мы представляем продукт, который уже несколько веков позволяет 1,5 миллиардам индусов проживать долгую и здоровую жизнь. Аюрведические традиции, которыми оздоравливается в Индии, принимает каждый индус с детства. Средства, которые необходимы абсолютно всем. Буквально одна чайная ложка в день для взрослых и полчайных ложки для детей можно развести в молоке. Это те самые аюрведические традиции вековые, которые оздоравливают не только уже индусов, но и далеко за пределами Индии. Только для здоровья все самое лучшее из солнечной Индии для вас. Спасибо большое, Вики. Посмотрите вот на эту потрясающую текстуру. Здесь 56 ингредиентов, вы только представьте. И все они из натуральных природных компонентов, которые привезены из Индии. Это особый аюрведический рецепт, аналогов которого в мире не существует. Аюрведа – это то, что проверено тысячелетиями. И вы получаете целых две таких упаковки, а это целый килограмм. По одной чайной ложке в день кушаете. Приятный на вкус, ароматный, пряный. Это не химическая таблетка, которая изнутри поднимает наш иммунитет. Срок годности – 3 года. Звоните. Производство Индия. И целый килограмм вы получаете. Знаете, Вики, когда мы тоже в прошлом году заболели, уже надоело пить все таблетки. У меня произошла такая ситуация, когда мне в поликлинике выдали таблетки, и они мне вызвали большую аллергию. И я думаю, ну нет, таблетки уж точно я химически пить не буду. И тогда вы на нашем телеканале впервые представляли чаванпраш. И я его заказала, и мы с мужем стали кушать. Мужу очень понравилось. Мне очень нравится, что это действительно вкусно, безумно. И мы стали кушать, да. И мы ели, и знаете, правда, выздоровление очень быстро пошло. Но вы сказали, что нужно как-то по-особенному принимать. Расскажите, как принимать. Это можно принимать ежедневно, но так что там в этом нету никаких химии. Вы каждое утро можете принимать стольная ложка для взрослых, и также чайная ложка дается детям. А можно разводить с молоком? Если кому-то вкус не нравится, можете молоком перемешать и выпивать. Ну, такой вкусный очень. Он вообще вкусный, но некоторым индийские этих ароматы. Он просто очень ароматный, такой прям пряный, да. И можно развести с молоком, как мы мед разводим с молоком, и также выпивать. Звоните, успевайте. У нас уже заказано, между прочим, больше 40 таких наборов, а у нас ограниченная партия. Итак, внимание, что такое чаванпраш? Как переводится чаванпраш?
च्यवनप्राश ये च्यवन ऋषि ने 4000 साल पहले ढूंढा था, जिसका नाम है जैसे प्राश मतलब ये खाने वाली चीज हो गई, च्यवन मतलब старец Чаван с помощью аюрведы приготовил эликсир молодости, принимал его ежедневно и прожил 1000 лет. Рецепт сохранились, стали называть смесь пищи мудреца или च्यवनप्राश. Его используют для улучшения здоровья уже более 3000 лет. В оригинальном исполнении это густая масса с приятным запахом и вкусом. Он быстро усваивается, не вызывает аллергии и побочных реакций. Помогает справиться с заболеваниями быстрее и восстановиться после операции. Высокая эффективность доказана и укрепляет иммунитет. Организм быстрее справляется с простудами. Возвращает к норме артериальное давление. В результате снижается нагрузка на сердце. Очищает органы и кровь от вредных веществ и токсинов и ускоряет выздоровление. Повышает физическую выносливость и активность. Нормализует уровень глюкозы в крови, поэтому его полезно принимать при диабете для предупреждения его развития. Способствует также улучшению памяти, работоспособности. Улучшает работу головного мозга, повышает выносливость. И все это за счет натурального состава. В составе 56 полностью натуральных аюрведических растительных компонентов. И каждый этот продукт выверен уже веками. Здесь дозировка, которая позволяет принимать всего одну чайную ложку в день взрослым и пол чайной ложки в день для детей. И только натуральный состав, который помогает всем без исключения, даже при хронических заболеваниях, при восстановлении после операции или в ожидании операции. Спасибо большое, Вики. Вы представьте, только 56 натуральных природных ингредиентов и огромный список заболеваний, при которых помогает च्यवनप्राश. Успейте дозвониться прямо сейчас. Это самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Мы сегодня путешествуем по всему свету, и прямо сейчас мы в Индии, где живут счастливые, здоровые люди. Позвольте себе быть здоровой, счастливой, красивой. Приобретайте च्यवनप्राश, принимайте по одной чайной ложке и будьте здоровы.